И снова здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Леонардо, и мы продолжаем, а может даже и заканчиваем, проходить такую замечательную игру, как Гарри Поттер и Узник Азкабан. Эта серия, возможно, будет последней, потому что мы, по сути-то, уже закончили игру, но нам осталось вот эти вот задания, так скажем, закончить. Давайте в этой серии этим заниматься. И раз уж мы оказались на улице... На улице Хогвартса. Давайте отсюда и начнем. Так, я помню, этот тайник вот здесь где-то было. Так, сколько всего тайников? 6. Офигеть. Тут где-то чертик был, да? Ну да. Так, ну давайте. Раз уж... А сколько они тут сидели, интересно? Так, кто здесь на карточке? Келпи обитает в ручьях и реках. Опускается на колени, приглашая прохожих прокатиться на своей спине. Тех, кто на него сядет, утаскивает под воду и пытается сожрать. Это лошадь, да, какая-нибудь? Да. Спонгифай! Какие только звери не попадаются в Хогвартсе. Иди-ка сюда! Это пошел ты. Ладно, на самом деле все так, только не в такой грубой форме. Кто эти? И все? А даже на чё жадные рыцари пошли? Офигеть. А, вот, все. Я же говорил, я не помню в какой серии, но я говорил, что на вот этих плитках, когда мы на них запрыгиваем, на лету должны появляться конфетки. И вот как мы их должны собрать. А бедные Рон и Гермиона бегут за нами, так. Как какие-то псы. А я не хочу, чтобы они были псами. И почему я так полетел? Что за сбой в системе? Так, все, да? Оу, да. Так, а что там? Так, ну-ка. Ой, слушайте, по-моему, там где-то было такое. Сейчас. Где-то здесь было такое. Так, где это было? Вот оно. Да, ты ник. Кстати, там дверь какая-то, я не понимаю, как ее открыть. Так, тут, да. Тут надо успеть все это дело, да. Как видите, тут на время все было. Так, где это? Вот здесь было, да? Тритон двухконечный. Много плавает, любит водоросли. Экземпляр такого тритона можно приобрести в волшебном зверинце в Косом переулке. Ой, да ладно. То есть их как питомцев можно еще заводить, да? А, я не знал. Так, там еще было что-то. Я помню, когда я первый раз сыграл тоже. Там что-то такое было непонятно. Я не мог это пройти, так что... Игру я в первый раз не на 100% прошел. Ребята, извини, отвлекся немного. Депульсо! Эй, Гарри, иди сюда! Не надо. Депульсо! Мне тогда все конфетки пропадут, а я хочу все в конце сделать. Так, тут Коктавран, да? Так, блин, Гарри. Так, что тут Слизерин, тут Коктавран, а там должно быть Гриффиндор. Нет, это Пуффендуй. Гриффиндор где-то здесь. Да, нет. Гриффиндор. Гарри, а ты уже собрал всю коллекцию? Нет? Вот, эй, Гриффиндор. На носу конец года. Лучше поторопись. Да я тороплюсь как могу. Так. Что тут Коктавран? Коктавран где-то там. Блин, надо успевать.
Так. Теперь надо успеть заново встать на ту плитку. Так. Так, Слизерин. Слизерин где-то здесь был. Так, блин, нос чешется как не вовремя. Гриффиндор, слава богу, он рядом. Вот рядом, вот поэтому так мало времени дали, да, на него? Таймер так быстро тек просто. О, карточка, отлично. Быстрее, пока вот эта вот девка его не собрала. Так, кто это? А, понял, те, которые... Те карточки, которые на улице, да, типа... Это набор чудовища, да? Феникс. Благородное создание. Живет Фокс. Бесконечно долго, поскольку способен восставать из пепла. Пение Феникса волшебно, а его слезы обладают целительными свойствами. Ну да, нам все это, нам все это говорили в предыдущей... Депульсо! Чести. Депульсо! Так... Тут еще, вот еще какая-то странность. Сейчас я вам его покажу. Сейчас я вам покажу. Так, главное на эту плитку не встать. Блин, вот говорю же, а ничего не случится. Ну ладно. Так, вот еще странность одна. Вот смотрите, вот здесь есть горгулья. Но я не понимаю, где она активируется, как бы вот здесь что ли? Вот здесь квадрат какой-то, я не понимаю. Где-то вот в этой территории, да? Как там твоя коллекция пополняется? Лучше всего выполнять ну, каждый постепенно. Практикум как минимум дважды. Так ты не пропустишь ничего стоящего. Блин. И от чего этот люмус был? Если в этом люмусе еще карточка есть, то... Все, я о той секретной карточке могу даже не мечтать. Блин, нет, потом тогда. Так, блин. Блин. Может, вот эта дверь? Нет. Тогда я не понимаю, от чего этот люмос? Где эта горгулья срабатывает? Ладно, это последний раз. Пробуем, и все. Я не знаю, зачем я это сделал. Я думал, вот сюда уже неспроста можно вот так вот зайти, да? Блин. Здесь как будто рожа, видели? Блин, а от чего тогда этот люмос-то? Я не понимаю. Ладно, буду надеяться, что в том тайнике как бы нету... карточки. Так, я иду обратно. Хогвартс, мне туда не надо. Ладно, идемте летать на гиппогрифе. Так, это нет. Это тут же нет. Ладно. Кстати, после гиппогрифа мы, наверное, пойдем с Пикси сражаться. Наверное. Ой, еще знаете, что я помню? Так, ну да. Как там? Привет, Гарри! Самое... Что, пришел еще полетать на гиппогрифе, а? Ну, если можно. Хорошо, Гарри. Я помню, самый последний уровень, так скажем, в этой мини-игре. Это самый адский. Потому что там столько маленьких колец, и надо прям ни одного пропускать. Чтобы прям идеально было. Потому что мне иначе карточку не дадут. А на самом деле, ну да, разработчики классно придумали, что дадут нам полетать на гиппогрифе. Так, куда дальше? Вот сюда, да? Ой, блин, чуть не пропустил. Так, нижняя это сколько я собрал, да? Да. Ура!
Тут еще, по-моему, эти кольца иногда двигаться будут. То есть сейчас они не двигаются, но когда-нибудь они будут двигаться. И это будет просто адово. Хороший мальчик. Ну да, хороший мальчик. Гиппогриф разве мальчик, а как он это узнал? Чё там? Молодец, клювокрыл! Пищельку, что ли, разглядел? Ну все, можно, в принципе, особо не париться над кольцами, потому что я собрал достаточное количество... Ну, то есть, пролетел хороший через достаточное мальчик. Количество колец. И так далее. Так, общий счет 3700. Отлично, Гарри! А вот я тебе сейчас дам карточку для твоей коллекции. Хорошо. Эти карточки мы попозже когда-нибудь... Попозже почитаем. Удачи тебе, Гарри! Да, кольца, по-моему, стали еще меньше. И это капец. Хороший мальчик. Так, блин, зря я пробил, нажал. Нет, нет. Так, 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 хороший отлично. Мальчик. Управление, конечно... Нет, управление удобное, просто оно... Какое-то, знаете, блин, даже не знаю, как это описать. Оно... Ой, еще чихну. Блин, случайно нажал на пробел. Блин, извините. Хороший мальчик. По-моему, я только что прямо на микрофон чихнул. Блин. Извини, клевокрыл. Прям морда вырезался. В это бревно. Хороший мальчик. Так, что я там хотел сказать? Блин, опять забыл, что хотел сказать. Черт, что ж такое-то? Ну ладно. А, все, вспомнил. Разработчики классно хотели... Классно делали это так, что можно было на гиппогрифе полетать. Квидич, конечно, убрали, это жалко, но... Блин. Квидич, по-моему, еще... Игроки обзывались об играх. И Квидич не всем нравился. Поэтому, чтобы удовлетворить желание тех игроков, которые не любили Квидич особо, они убрали его. Разработчики убрали Квидич. Что еще хотел сказать? Управление тут, конечно, удобное, но оно прям... Вот говорю же, я не понимаю, как это описать. Ну, для меня оно такое, знаете, такое немного непривычное. Отлично, Гарри! А вот я тебе сейчас дам карточку для твоей коллекции. Ну да, миссии для этих... Когда мы играем на гиппогрифа... Удачи тебе, Гарри! Хагрид дает карточки, которые... Из набора знаменитые игроки Квидич. Вроде бы. Молодец, клювокрыл! Так, кольца стали желтыми, по-моему, они... Ну, как бы стали не меньше, но... Все же. Они больше не стали, и, хороший во-первых, мальчик. Теперь надо больше колец собрать, это будет трудно. Я помню, я когда первый сыграл, я пятый уровень этой мини-игры проходил очень долго. Очень, как, знаете, как в фильме будет, это как там, Гарри летал на гиппогрифе, и там они над озером, что ли, пролетали, и гиппогриф лапой так скользил по воде, так скажем. Молодец, клювокрыл! По-моему, это из всего момента был самый красивый момент за всю игру. Хорошо. Так. Ну, пока нормально идем. Вроде бы колец я не пропускаю. Ура! Знаете, вот в таких вот играх удобно вести подкасты. Вроде бы. Ай, чё... Что такое, что такое? Блин. Гиппогриф. Клювокрыл, он сам свернул. Есть! Я чуть кольцо не припустил. Чё за черт? Игра меня подставить хотела, да? А у нее не получилось. Потому что я оказался умнее и...
изворотливее. Так, ну все. Нужное количество колец я собрался, так что можно особо не париться. Но я, конечно, попарюсь, как всегда. Потому что мне так хочется. Так, 5400, а надо было 400, ну, на 5000 ровно больше. А вот я тебе сейчас дам карточку для твоей коллекции. Так, постепенно рекорды наши растут, да? Удачи тебе, Гарри! Вот, сейчас будет просто адово, я это помню. Потому что, вот видите, кольца вроде бы меньше стали. И при этом надо больше их собирать, потому что... Ну, в смысле, в количестве. Надо теперь больше колец собрать, чем в предыдущих пяти... четырех уровнях. Одно кольцо я уже, кстати, пропустил. Я сейчас нажимаю на пробел, чтобы клевокрыл летел. Хотя можно на правую кнопку мыши, если у нас... Так не получится пройти этот эту мини-игру, так скажем, блин, опять пропустил. То, наверное, блин, уже три кольца пропустил, как так? То я пересяду, так скажем, на правую кнопку мыши. Есть! Есть, да. Прям лапой, прям край кольца задел и... Все равно что-то засчитали. Разработчики хорошо сделали, что молодец, прям так упростили задачу. Вот узнаете, в некоторых играх, когда надо через что-то пролетать, надо прям по центу пролететь. Это, ну, конечно, прям так строго делаю, чтобы прям строго по центу пролететь. Это просто петрокапец. Так. Кстати, я помню, на... вот когда я первый раз играл, так скажем. Блин, я во что-то врезался. Я застрял. Не понял, что такое. А, вот теперь все понял. Когда я первый раз играл, клевокрыл иногда сам спрачивал и не давал мне собрать кольца. Я вот думаю, какого черта это было? Вот, сейчас, например, сейчас сам свернет, да, клевокрыл? Нет? Нет, не свернул, странно. Хотя, чё я жалуюсь? Так, по-моему, я не прошел, да? А, нет, по-моему, прошел. Да, прошел, блин. Где-то я 3 или 4 кольца пропустил. Но я все равно прошел. Ура! Собрал прям столько, сколько надо было. Молодец, Гарри! Ты заработал все 5 карточек. Захотишь, приходи обратно. Может, у тебя выйдет набрать еще больше очков. Так, ну все, выход, не-не-не, выход, выход, выход. Так, посмотрим, кто на этих карточках, кто там. Знаменитые игроки в Квиддич. Ну-ка. Гвенок Джонс. Родилась в 1968-м. Капитан и охотница единственной в мире женской сборной по квиддичу. Головастые гарпии. По-моему, эту карточку уже смотрели, нет? Это женщина, да? Вроде на мужика смахивает. Джоселин Уэткок. Родился в 1911 году. Охотник сборной... А вот это наоборот, на бабу смахивает. Установил рекорд века по количеству голов, забитых за один матч. Сборная Падлмера... Не топори Норфолка. 1931 год. Вот смотрите, вот прям вот длинные волосы. Хотя, да, у парней тоже иногда бывают длинные волосы. Но, блин, вот смотрите, губы у него как будто накрашены. Прям на женщину смахивает, согласитесь. Боумен Райт. 1492-1560. Изобретатель золотого снитча. Да, по-моему, в тайной комнате и в философском камне у нас такая карточка попадалась. Так это он положил внутрь этот воскрешающий камень, Родерик, да? Бламптон.
1889-1987. Ловец сборной Англии по квиддичу. Ему принадлежит рекорд самой быстрой поимки снитча. 3.5 секунды после начала игры. Да, в предыдущей игре, то есть в тайной комнате, по-моему, была такая карточка. Киприан Йодл. 1312-1357. Единственный за всю историю квиддича судья, убитый во время матча. Автора проклятия так и не поймали, но считается, что это был кто-то из болельщиков. Да, вот такие вот загадки иногда бывают в Хогвартсе. Все, сохраняемся и бежим драться с Пикси. И, наверное, мы на этом закончим. Потому что я устал. Я, во-первых, после предыдущей серии не стал делать перерыв. И я устал. У нас тут нашествие Пикси. Чем мы можем помочь? Заколдуйте колодец, и эта стая тут же всполошится. Чтобы от них избавиться, вам нужно действовать всем вместе. И если с первой попытки со всеми Пикси справиться не удастся, можно попробовать еще раз и еще раз, а в общем, сколько потребуется. За каждую победу в награду положена карточка. Если прогоните из колодца всех Пикси, получите все 5 карточек из набора. Но это дело непростое. Непростое, говоришь, но мы справимся. Мы же избранные. Ладно, поехали. То есть, они, по-моему, очень громко так пищат, поэтому... А, нет, не громко. Нет, не громко вообще. Значит, я могу нормально разговаривать. Так, ну-ка. Блин, они такие мелкие, что я не могу прицелиться нормально. Великолепно! Мы получим целых 5 карточек, если сумеем прогнать всех Пикси. Бедная Гермиона, в нее попали. А меня даже сохранили. Так, кто там? Знаменитые великаны. Бран кровожадный, средневековье. Жил в замке на вершине заколдованного бобового стебля. По-видимому, любил есть хлеб из молотых костей и запивать его кровью англичан. Убит мальчиком по имени Джек. Да, по-моему, как эта сказка была, которая ему посвящена. Помните, сказка про мальчика, который посадил 3 боба, потом из них выросли, из них вырос такой большой стебель, и по нему он поднялся на небеса, до облаков, и... Блин, меня попали. И он нашел там дом великана этого, и все, дальше я не помню, что происходит. Ну, я думаю, многие из вас знают эту сказку. Так, блин. Тут уже скач начинается. Рон, Гермиона, вы не тупите. Уворачивайтесь. Мы им показали. Да, мы им показали. Жуть Цикло. Какая. Древняя Греция. Одноглазый великан. Жил в пещере у подножья горы Этна. Убит греческим героем Одиссеем. Да это уже из магловской мифологии или что это? Фольклор, короче. Из нашего магловского фольклора. Все, первую волну отбили. Вторую волну отбили. Так, лучше близко подойти, потому что так больше шансов попасть по ним. Что за взрыв еще? Что происходит вообще? Ребята, это было просто прекрасно!
Да, слава Гермиону прям не описывает это. Просто слов, чтобы описать мою радость, нет, не хватит. Голиаф. Библейские времена. Великан-наемник. Выступал на стороне филистимлян в их войне с израильтянами. Убит неким юношей из Пращи. В их войне с израильтянами? Да ладно. Депульсо! Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Отлично, Ricto сейчас будет сложно. Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Потому что... Нет, ну, как бы сложность не изменилась, просто пикси стало больше. Ricto sempre! И у меня как-то это не вовремя зачесалось. Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Черт, попало. Ricto sempre! Кстати, нам лягушки не помешают. Ricto sempre! Ricto sempre! Так, ну давайте, давайте. Ricto sempre! Нападайте. Блин, капец. Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Все? Нет, не все. Нифига. Ricto sempre! Отлично, Рон! Гермиона, и ты просто молодчина! Так, а это кто? Морхольд. Ранние средневековье. Великан, брат короля Ирландии. Защищая свою жизнь, ранил кельтского героя Тристана отравленным мечом. Ага, понятно. Блин, стоп, подождите. Надо покушать лягушек. Шоколадных лягушек. Тем более последняя карточка осталась. Готовимся к худшему. Ricto sempre! 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 Так, ну. Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Ricto sempre! Так, ну где вы? Ricto sempre! Так и за колодец спрятались. Ricto sempre! Они тупые или, а? Вот полетайте с колодца, потом за колодцем прячется от нас. Че, придурки, думаете, думаете спрячетесь тут от нас? Да нифига подобного. Мы будем вам в кошмарах сниться. Ricto sempre! 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 Отлично. Ура! Получилось! Ура! Так тебе, вали отсюда, скатерть и дорожка. Вот это было круто! Ой, не говори. Так. Кушаем лягушечки. И все. Набор из великанов мы уже собрали. Хенгист из верхнего Барнтона. 15 век. Великан. Убит прославленным истребителем великанов Гиффордом Алертоном. Ну что ж, ребята, я не буду затягивать серию, чтобы она не была слишком длинной, и чтобы было потом удобно ее монтировать и обрабатывать, и конвертировать, и так далее. Короче, ребята, давайте на этом закончим. Думаю, момент подходящий. Я не буду здесь сохраняться, я сохранюсь прямо внутри Хогвартса. Я надеюсь, данная серия вам понравилась, хоть она была не сюжетной, и мы... Хотя нет, сюжетной, мы полетали на гиппогрифе, сразились с пикси, поспирали карточки. Кстати, в этой серии, по-моему, сколько там, 12-13 карточек собрали. Ладно, я надеюсь, вам все понравилось. Всем большое спасибо за ваше внимание, с вами был Леонардо, до скорой встречи, и помните, веселье только начинается, блин. Ребята. Надеюсь, Пивс, мы тебя больше не увидим. Только хотел попрощаться и тут. Раскалён до красна. Тут же. А, гнусные дичишки, хотите поиграть? Так, и что? А, Гладсус сейчас будет, да? Ricto sempre! Гладсус! Вы чего? Вот так. Ricto sempre! Доспехи у него уже выбили. Эй, осторожнее! Ricto sempre! Так, не кидайся ничем. Честно!
Рекрузантусам! Уфу! Да. Мерзавцы! Гады! Это мы гады? Ты на себя посмотри! Так ему и надо! Молодчина, Гарри! Спасибо! В общем, мне понравилось! А мы случайно не перестарались? Не волнуйся, скоро он продолжит над нами издеваться. Да. Короче, ребята, заканчиваем. Я надеюсь, вам все понравилось. Если это так делать, это что надо, и на этом у меня все. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Леонардо. До скорой встречи. И помните, веселье только начинается.